Анастасия, не грешно ли носить одежду и украшения, которые сделаны по образцу животного, например, пижамы в виде единорога, ободок с ушками кота, повязку для сна в виде панды, также селфи со стикерами, с ушами и рогами? Вот что я точно скажу, так это селфи со стикерами ушей и рогов. Вот там, где это все торчит, там нарисовано. Вот, например, машины некоторые я вижу. Их так, их не так уж много, но там какой-то номер там, или вот этот лейбл, товарный знак, там Ford, например, там, или Kia. А вокруг него, например, там рожки, какие-то копытца, какая-то там метла, какие-то вилы, там какой-то хвост. Вообще с нечистой силой нельзя заигрывать. Ты в дверь, а не в окно, во-первых. Во-вторых, ты им коготок, они тебе всю руку откусят. То есть коготок завяз, всей птичке пропасть. Ну, такая хорошая пословица есть. Поэтому нельзя с этим баловаться. Все остальное, тут уже нужно смотреть по мере, так сказать, здравости ума и серьезности, и возраста человека. С лукавым нельзя никому баловаться, ни взрослому, ни маленькому. Единорог, например, для девочки, это вообще такой древний средневековый символ. Единорог – это сильное, храброе животное, которое слушается только девственницу, чтобы вы знали. И есть множество миниатюр, там таких фресок, значит, и не фресок, скорее всего, витражей и миниатюр книжных средневековых, где изображается, например, какая-то дева, такая, ну, символизически она показывает в чистой одежде, там, с лилией в руках, и где перед ней склоняют колени, так сказать, преклоняют головой до земли, преклоняются животные, среди возглавляемые единорогом. Знаете, что вот в этом священном бестиарии, то есть это символические животные Библии, там орел, заяц, например, там, или волк, там, или, скажем, там, ягненок. Вот эти все символические животные библейские, они среди них там уже впоследствии появился также и единорог. Он не библейский больше, но он такой христианско-мифологический. И он символизирует собой девственность, которая сильнее грубой силы. Потому что девственность – это цельность, целомудрие. Она дает человеку непобедимость. Именно цельность – это синоним непобедимости. Так что вот по единорогу вот так скажу. А там уже там кошки, там, значит, кто там любит, там панды разные, там кто что любит, там то на себе рисует. Не забывайте, что вы люди, конечно. Что вы не панды и не кошки. Нам было бы за счастье, может быть, сейчас превратиться в какого-нибудь там кота Матроскина, который правильно ест бутерброд. Но нам не дано такое. И мы будем спрошены за то, что мы люди. У нас есть человеческое достоинство, разум Богом данный, свобода воли, свобода нравственного выбора и ответственность за свои дела и слова. То есть мы люди. Так что баловаться с кошками и пандами я не считаю необходимым, но не считаю необходимым также и ругаться с теми детьми в основном, там, или подростками, девчонками, которые этим занимаются. По единорогу я сказал. А вот стикеры с рогами, как бы, с этим во веки веков не балуйтесь. Потом будете горько жалеть о том, что баловством занимались в этом отношении.